Игна Шаломовы. Thank you.
друзья, мы просто взяли тайм-аут. Перерыв у нас еще пару 18. Просто вы устали, мы тоже немножко подустали, друзья. Сейчас мы продолжим, да. Конечно. Вы готовы, друзья? К свадебному марафону. Поехали дальше. Итак, уважаемые гости, дамы и господа, сейчас мы ждем самых маленьких героев сегодняшней церемонии Хупа. Цицит Бойс, их сегодня двое. Встречайте, Мишель и Бенджамин. Близко. Аплодируйте, друзья. Где ваши аплодисменты, дорогие гости? Команда, ребята, ребята, ребята! Ну и, конечно, наша очаровательная плавгел Эмили и Шана! Once again, please rise. Я попрошу, уважаемые гости, дамы и господа, вас вновь приподняться из своих четырех вес. Now the beautiful, if I need this time to invite our dear princess of tonight's ceremony and her parents. Итак, друзья, мы ждем в этом зале принцессу бала, нашу невесту Юдит, в сопровождении ее любимых и любящих родителей, Несима и Пнины. Семья Бузайловых, друзья! Встречаем! Аплодируйте, аплодируйте, друзья, нашей невесте. Она уже в зале. Копаем, копаем, гулял, копаем. Родители нашей невесты, поднимите поту, поцелуйте свою дочь и проходите под группу. Yeah.
Пожалуйста, родители, мы ждем вас. Итак, дорогой Яков, все готово, твоя суженая, твоя красивая и неповторимая сегодня стоит перед тобой. Осталось сделать самые важные шаги в твоей жизни. И ты и твоя суженая получите под этой священной хупой то высокое звание, к которому вы стремитесь, звание законных мужа и жены. Сегодня я хочу поздравить вас. Добра вам и мира! Желаем навечно. Храните любовь и не будьте беспечны. Огромного счастья вам, молодые! Здоровья, веселья и блага земные! Итак, друзья, продолжаем нашу волную пару подходу. Давайте пожелаем им счастья, любви, удачи, благополучия, самое главное, крепкой и дружной семьи.